Всем доброго времени суток. Мы продолжаем играть в Take on Mars. И я пошел посмотреть, куда, собственно, мы должны засыпать топливо и кислород. И нашел следующую интересную штуку под днищем модуля. Тут есть вот такой вот люк, рампа. Как раз там, куда мы должны все загружать. Сначала я думал, что это просто доступ в грузовой отсек, куда таскать эти баллоны. Но все казалось гораздо интереснее. Здесь стоит багги. Уж никогда бы не подумал, что этот девайс... Так, давайте справа сядем. Что на корабле сюда прилетела багги. Та самая лунная. Вот так вот. И тут да, тут действительно есть куда заправлять баллоны. Но у нас теперь есть багги. Так, я не буду скрывать, остается. Так. Нет, пила пускай рядом живет. Стоять. Я говорю, стоять. Так, вылезаем. Вот такой вот у нас есть агрегат. В нем есть кислород с этим с метаном. А сюда вылезает то ли 4, то ли 6 баллонов. Что-то такое. А, и еще вот такой прикол. Я оторвал от корабля вот этим вездеходом двигатель. К счастью, это всего лишь посадочный двигатель. Он больше не нужен, но вот оторвал и притащил. Вот так вот. Приложил руку к разрушению корабля. Там все, видимо, разрушаемое немножко. Вот. Так что моего машинного парка прибыло. Надо будет еще под днищем там ходить. По-моему, там больше ничего нет. Итак. Я за кадром достроил наш 3D принтер. Большой. И даже повтыкал в него большую часть найденных всех баллонов и большую часть оставшихся баллонов. А у меня вот тут получилась одна лишняя деталь. Это потому что я ошибся. Не туда ее поставил. Пришлось заменять. В общем, ничего хорошего. Но я надеюсь, что мне ресурсов хватит. Я сначала сделаю по минимуму все. Так, что у нас тут? А, у нее есть ограничения, значит, по нагрузке. Ну ладно. Ну что ж, запустим нашу хитрую конструкцию. Первым я буду строить... Как называется? Ну, рефайнилку, в общем. Так, смотрим. Кстати. Леталка? О! Какая. Грузовичок мой. Погрузчик. А, ну, багги у нас есть. А это чё? Это в скафандре летать? Модули... База для невесомости. Ладно, до этого мы еще доберемся. Tools. Да. Ладно. Outpost. Ой, что тут только нету. Ладно. Ресурсы. Вот. На это у нас нет ресурсов, на это у нас нет размеров. Так, маленькую рефайнилку мы будем сейчас создавать. Погнали. Ну, довольно быстро создается.
фонарик пока можно вырубить. О, на дисплее отображается. Я что-то на мелком на том не наблюдал. Так, давай. Я так чувствую, что для добычи металлов мне все-таки придется бурить. А вот где мне придется бурить? Это, конечно, вопрос. Хорошо, прямо здесь можно было. Так, вылезай. Как я уже говорил, энергоблок я буду использовать все тот же. То есть рефайнинг мы поставим прямо здесь. Так, давайте дисплеем сюда ее. Ну, прям так и воткнем. Так, понятно, что-либо увидеть мы не сможем, пока к ней не подключено питание. Так, кабель. Стрясаем его отсюда. А его стрясаем. Так, это сюда. Так, где в тебя электричество входит? А, вон сбоку розетка. Ой, что такое? А, запчасть. Надо порядок навести. Так, зеленая часть кабеля. Ух, тебя как колбасит. Щелк. И питание. Розетка, иди сюда. Щелк. Отлично. Но я тут напутал-то. Как-то ее прихватить-то это можно все? О. Вот так вот. Во. Уже лучше. Итак. Смотрим. Ишь ты мелкая. Так. Скалы. Силиковый оксид, аэроноксид, алюминиевый оксид. Из оксида, так понимаю, можно потом выжать чистые металлы. Так, скалы только одним вариантом идут. Ага. Из почвы. А что, силикон, железо. Нормально. Атмосфера, карбон, диоксид, аргон, о, чё-то. Так, ладно. Оксид силикона. Да, прекрасно делится. Сплит-пластик. Фертилизер. Так. А вот из чего он добывает оксид магнезия, я так и не понял. Не из соли, нифига. Карбон-диоксид. Да. Силикон-оксиген. Аэрон-оксиген. Алюминиум. Из чего он достает оксид алюминия? Так, аммония. Это понятно. Нитроксид. Где берет? Разделить пластик. А где создать пластик? Сплит-фабрик. Разделить клей. Так, синтезировать почву. Понятно. Карбон-диоксид, да. Вот он, естественно. А где магнезию-то брать? Так. То ли мелкий не уметь
такое. И это печально. В общем, с одной стороны, для того, чтобы... А, вот оксид алюминия. Тьфу, все. Для того, чтобы продолжать строительство, мне нужна буровая. А для того, чтобы добывать все всякие полезные продукты, мне, пожалуй, что нужна собиралка. Или как это назвать? Так. Сняли и отнесли, чтобы не мешалось. Не убегай. Так, не убегай. Так, вот эту штуку тоже туда. Оно мне пока не к селу. Возможно, когда-нибудь понадобится. Опять провода торчком встали. Так, дальше мы строим бурилку. Буровую. Маленькую. Оу. Нет, не топ-сойл, именно буровую. Топ-сойл экстрактор смол, топ-сойл экстрактор. Дриллинг риг смол. Не хватает железа. Железо. Так, у меня странное ощущение, что эта штука пустая. Вот вообще. Так, ладно. Пойдем попробуем найти железо. Я надеюсь, там еще чуть-чуть есть. Собственно, вот на создании вот этой буровой установки наши проблемы должны закончиться. Да, есть. Отлично. На сдачу я бы еще с ним ящик, конечно, создал. Потому что тут свалка этих модулей. Модулей. Баллончиков, конечно. Не очень. Свет погасни. Но, мне кажется, мне всего хватило. Потому что с созданием буровой тут проблемы немножко закончатся. Так. Да, малая буровая. Вперед. Железо просто со свистом вылетает, конечно. Мне еще нужна воздушная вот эта вот. Атмосферический процессор. Ну и да, топ-сойл экстрактор. А может мне не делать маленький, а поставить сразу большой? Вот too large. То есть мне надо будет 3 на 3 на 3. Я подумаю над этим. Я хотя бы так начну процесс. А там дальше уже подумаю над всем. Какой мне следующий план построить? Я боюсь, он уже будет не мобильный. А он и это не мобильный, хочу бояться. Так, окей. Ставим тоже прям тут. Шмяк. Отключаем. Подключаем. Так, у него один баллон. Ну что ж.
немножко непонятный момент такой. Ладно. Ай. А ну слезай. Вот. Ну и попробуйте мне сказать, что чего-то не хватает. Все хватает. Топ-сойл экстрактор. Да, большой. Вперед. Small атмосферик. А это слишком здорово. То есть я, собственно, только буровую могу нормальную. Или я и буровую нормальную не могу. Я и буровую нормальную не могу. Так, 1,7, 1,7 на 2,2. То есть 3 на 3 где-то мне нужно строить эту штуку. Кабель, тройник, ведь железа не хватает, и это слишком большая. А может мне перестроить этот принтер? Понятно, low resources. Какая деталька хорошая. Water Station. Вот какое-то описание было. Вот что это? Она добывает воду или ее оттуда пьют? Hydroponic Station. Тоже. Так. Ну, короче, высоту 3 метра мне надо. Три метра. О, надо еще больше. 4, что ли. Сортир. Соответственно, монитор, ящички. Лабораторный стол, кровати. Утилити слот. Монитор. Даже не знаю, что это такое. А чего мне не хватает? Он слишком большой? А, ну, 2,1. Палет. Палет с клеткой. Палет с клеткой. Это же, блин, это же возить можно. Так, ладно, машинки. Допустим, вот. 9 на 6. Это же... Какого размера принтер должен быть, чтобы вот это вот построить? 11 метров. А он вообще как строится-то? Так, короче, я так понимаю, я буду переделывать этот принтер. Изначально. Я буду делать его шире. Блин, тут камни. Это я буду его, значит, переносить куда-то. Так. Не болтыхаться. Не болтыхается. Так. Поворачиваем розетку туда. Ставим. Вот. Пылесос. Подключайся. И погнали. Давай сюда. Да подключайся ты. Оп. Так, пойду еще возьму. Надеюсь, они все пустые.
Заполняйся, заполняйся. Так. Сейчас я поразмотаю вот эти пустые баллончики. У меня все в дело пойдут. О! Так, да, и мне нужен тройник. Подергиваем. Да блин. Понял. Так, туда. То мне тут на все девайсы не хватит. No task in progress. No task. Да. Так, аксессуары. Нет. Фурнитура. Нет. Андерс. Нет. Контейнер. Нет. А, машины. Ресурсы. Не оно. Это что такое? Ох ты. Интересно, ты с земли свяжешь, да? Так, чего не хватает? Ну, опять железа не хватает. Традиционно. Так, пустые. Есть бяшки? Есть пустые. Так. Я бы что-то забуксовал, блин. Ничего, скоро разберу. Принтер будет свободнее. Так, я тут где-то видел еще красненькую. Серенькая. А там еще внутри. Нет, там еще внутри. Какого ж тогда фига? Ты мне тут мешаешь. Ну вообще пусть тут стоит. Он мне не очень нужен. Такой баллончик-то. Так, вот пара бачков тут. Ну, в общем, я впритык довольно закончил, но мне хватило. Мне хватило. Так, провалился, ну, потом разберусь. Блин, ну так со мной и тащится этот баг. Отвяжись. Так, я не зря размахнулся, а то сейчас окажется, что я тут вовсю строю, а у меня замена-то не идет. Не, все нормально. Марс Сойл. Набирается. Так, прекрасно. Осталось понять, что не так с камнями, но фиг я поеду ночью куда. Так, только с алюминием проблема, да? Да. Ох, мы сейчас его дернем алюминий-то весь. Ну, надо. В крайнем случае, это мелкая буровая у меня поедет. Так. Она, скорее всего, поедет. Потому что этот генератор-то я не могу сделать просто так. И алюминий на него вагон надо, и размеры этого девайса нам не позволяют. На все нужен алюминий, да. То есть сначала мне нужно найти где-то тут скалы. И там затариваться алюминием. Так, а, опускайся тут прям. Мне скоро вообще не пройти тут просто. Подозреваю, да?
Так, ну. Пока мне этот принтер сильно не нужен. Куда коннект? Чего коннект? А, у меня еще это выдвинуть. Я там чуть не открутил эти розетки. Так, ладно. Втыкайся. Ну, типа, воткнулся. Так, эту штуку мы, ладно, будем разбирать, наверное. Разбирать и увеличивать. Хотя, может быть, камни-то нам не помешают особо. Ну, место не очень удобное, но... Так, давайте заберем и пойдем уже попробуем что-то получить. Так, ну допустим вот сюда я воткну. Нет, нет, ящик не надо. Я бы еще посадил сейчас всякие картошки. Так, ладно, как ты работаешь, скажи. Так, программа для Марсила тут одна. Перерабатывает она из 3 в 4. Это как позвольте. Из 3. И 4 в 2, наверное. Входные 3. Да выходные вообще 5. Переткнем. Так, ты где появилась? Блин, ящики. Пустой. Пустой. С пылью. И пыль стоит у него на входе. А сюда если? Ага, это выход. Вход здесь, что ли, ближний? Ай. Цепляйся. Оп. Так, да, это вход. Это тоже вход. А вот это значит. У него всего 5 контактов. О, жрат, 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 жрат. Блин, у него всего их 5. А программа показывает, что у него их много. Ладно.